«Синий трактор» представляет! Ой, ой, скучно! А, во что бы сегодня опять поиграть? Привет, ребята! А знаете, что я вам принес? Новую игрушку! Ух ты! О, это же настоящий маленький игрушечный синий трактор. Давайте поиграем с ним в песочке. А еще можно построить какой-нибудь интересный туннель через песок. Пусть проезжает. Ух ты, здорово! Давайте я сформирую большой холм. А я с помощью своей водяной струи сделаю там дырочку. Правильно, и будет туннель. А что меня поиграть не позвали, а? О, привет, привет, каток! Извини, ты как раз сейчас нам очень нужен! Тебе нужно раскатать этот песок, и будет красивый холм! Ну, давай попробую! Ух ты, ребята! Очень красиво и гладко получилось! Теперь моя очередь! Ну, я начинаю! Раз, два, три! Ух ты, получилось! О, ну, ребята, смотрите, этот песок начинает опадать. Ну вот, все разваливается. Ну, что же нам теперь делать? Давайте подумаем. А я, кажется, придумал. Подождите меня, кое-что интересное привезу. Привет, ребята! Смотрите, что я привез! Это что, взрывчатка, что ли? Да нет, это деревянная игрушка для городков! Кажется, мы поняли! Ты хочешь с помощью этого цилиндра сделать большой-большой туннель! Точно! Я тоже догадался! Хе-хе! Точно! Вы все правильно поняли! Начинаем сверление! Так, а теперь мы укладываем сверху песок. Его нужно будет утрамбовать. В этом нам поможет, конечно же, наш друг каток. Главное, чтобы этот цилиндр торчал с двух сторон. Здесь будет вход, а там выход. Вот, а я думал, для чего здесь веревочка? За нее нужно потянуть. Правильно ты понял. Итак, приготовились. Раз, два, три. Оп! О, ребята, смотрите, какой классный туннель получился. Да, туннель получился хороший, но, по-моему, наш трактор велик для такого маленького туннеля. Может быть, просто назовем это мостиком, и трактор поедет сверху. Попробуем. Ой, ну вот, наш туннель обрушился. Что же делать? Нужно его как-то укрепить. Все верно. Сейчас я привезу какую-нибудь деревянную штуковину. А мы пока не будем терять времени. Сделаем две опоры для моста. Вот и ведерко есть. Ну вот, полное ведро песка. Теперь главное хорошенько его утрамбовать, чтобы он был крепкий. А я как раз собрал второе ведро. Эх! О, еще один куличик. О, ребята, я смотрю, у вас вовсю кипит работа, а я как раз привез отличную деревяшку для мостика. Так, теперь крепим сверху. Оп, готово. Ну, теперь дело за малым. Нужно все засыпать песком. Готово. Ну вот, ребята, по-моему, готово. Отличный мостик получился.
и крепкий. Ух ты! И наш игрушечный трактор там поместился. Смотрите, ребята, он и сверху может кататься, как по мостику. Вот видите, ребята, когда вы дружные, у вас все обязательно получится. А еще нужно проявить немножечко смекалку, какую проявил синий трактор. И тогда у наших друзей появился отличный мостик для игрушечного трактора. Пока, ребята!